Итак, всем привет из Панди. Мы продолжаем обозревать моды. Пятая часть это юбилей, но нормальных модов я не нашел. Нет, миллионы модов у меня не работают, которые бы я хотел. Какие-то там моды про динозавров, там, да-да-да. Но они не работают у меня тупо. Так что я нашел только какие-то два маленьких мода. Но один из них зато очень полезный. Сейчас первого мода. Это один меч. Я о нем только не знаю, мы будем вместе с видео разбираться, что делает это так и так. Так, крафт этого меча выйти на своих экранах, получаем вот такой вот меч. И что же он может делать? Я сам не знаю. Ну, в описании написано, что он может забираться на высокие горы. Сейчас мы это проверим. Сейчас. И как это? Классный мод, да? Мне нравится. Так и блин, сколько, если падаешь, снимает-то. О боже мой, да, вот этим лучше не пользоваться, то можно, если падать, то можно умереть сразу. А теперь будем проверять, урон его. Я выключу запись. Итак, я сделал много жителей вокруг дома. И теперь мы будем проверять. Так, правило у вас с деревянным мечом. 1, 2, 3, 4, 5. С 5 ударов. 1, 2, 3. С 3 ударов. 1, 2, 3. 4, вот это 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, слабый, 1, 2, 3, знаете, можно сказать, немного читерский, у него читерское оружие, потому что оно, это все равно, что алмазное, это алмазное оружие, оно бьет так же, как и алмазное оружие, ну, вообще-то, читерство какое-то. Читерское оружие, и он только для читеров, потому что, это не читерское оружие, я понял. Читерское глоустон находится только в аду, а значит, нам придется идти в ад, и там набирать глоустон. А чтобы попасть в ад, там нужен железная кирка, так что ладно, я все-таки то, что надо попасть в ад, оправдает свое. Не читерство. Ну что ж, мы приходим ко второму моду. Это очень прикольный мод. Он мне будет помогать очень сильно. А всем. Мне не придется даже заходить и крафт смотреть. Я сейчас вам покажу очень классный мод. Выключим мод. Готовы видеть это чудо просто, наверное. Но очень... Ладно, не важно, кто он просто. Это он будет очень сильно помогать. Крафтинг гайд. Это точнее... Крафтинговая книжечка, вот ее крафт, 4 бумаги, 4 книги и 1 верстак. Ну и что же она может делать? Это не надо, я проверял, как тут его сделать. Как крафтится эта штука? Это показано. Сколько все показано? Показано все. Все крафты, всех модов, которые есть. Короче, это просто классная штука. Видите, когда это мне будет очень сильно помогать. Кстати, потому что может такие обсидиановые пистолы и вот изумрудные пистолеты. Я, кстати, не видел, чтобы было на сайте мода. Такое можно делать. Странно. Изумрудные пистолеты? Как так? Алмазные пистолеты? Странно, о таких пистолетах не говорилось на сайте. Короче, видите, как эта книга нам помогает неплохо, да? Это очень хорошая книга. Видите, все они могут, она может все показать, короче. Короче, я очень мне нравится эта книга, она очень прикольная. Эти пистолеты еще. Блин. Все забито эти пистолеты. А обычные... ладно, не важно. Короче, вот такая прикольная штука. Я вам советую заскочить из-за мода, он очень прикольный. Какое-то блин, оружие, но очень мало. А еще точнее прикольный мод, я вам советую его скачать. Кстати, а как кажется вот это? Подождите. Мы сейчас, кажется, раскроем секрет предыдущего нашего мода. Подождите. Стоп. Ой, не так. Ну-ка, проверяем. Мы раскрыли то, что вот это. Мы раскрыли то, что это White Wow можно скрафтить. Капец. Эта книга на меня очень помогает.
Я сейчас выключу, запишу. Не знаю, почему у меня слетел мод на Resident Evil. Я хотел проверить, как крафтить эти бутсы и всякое такое. Броня, но кажется, я не могу это править, потому что мне как-то что-то удалился. Вот, все, мне тут пиво этой. Так что ладно, тогда сразу скажу всем пока. С вами был SpongeBob, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Реально, скажите вот этот мод с этой штукой. Она будет мне очень сильно помогать. Я, кстати, теперь буду показывать все моды только с помощью этой книжки. А не с помощью каких-то сундуков, так что эта книжка нам очень много чего сделает, понятно. А пока я хочу сказать спасибо на просмотр. С вами был SpongeBob, всем спасибо за просмотр, всем пока. Прикольная. Ладно, пока.